Я нахожусь в студии «Вимба», где прямо сейчас за дверью идет запись и съемка документального проекта «Живые мемории», в основе которого лежат мемуары о России, ее видных и малоизвестных деятелях. В проекте в качестве чтецов задействованы народные и заслуженные артисты России. В данной серии ведущий актер Малого театра Василий Бочкарев поведает отрывок из воспоминаний богослова и философа XIX века Никиты Гилярова-Платонова. Серия 7, дубль 2. А Иван Тимофеевич был все-таки не более как купец. Таковы были нравы в первой половине прошлого столетия. По расчету лет Лохонина, полагаю, что происшествие случилось в 30-х годах, потому что старику не было, кажется, полных 100 лет. Течение творческого погружения было для меня очень органично. Сам персонаж по себе, он очень мне близок, и иногда человек задает себе вопросы, когда я мог бы жить, какое время, так сказать, как моя психика и мои, так сказать, способности путешествовать во времени. Расскажите нам, что это за такой документальный проект «Живые мемории»? Документально-анимационный. Это проект, сериал, где 10 серий, каждая хронометражом 7-10 минут, сочетает в себе театр, анимацию и кино, потому что у нас артисты большие держат в руках книгу мемуаров, из которой читают отрывок, и видео рядом служит анимация. К каждой серии разрабатывает ее свой режиссер и художник анимации. У нас довольно сложные были задачи, поскольку есть сжатый срок и достаточно объемный материал, который нужно было превратить в анимацию. Наш проект также начнет жить, только когда его начнут видеть зрители. И поэтому напоследок я просто скажу, что премьера сериала состоится на нашем YouTube-канале «Кто мы.медиа» в октябре 2020 года.